Всех приветствую на своем канале. Сегодня распаковка. Такие две посылки. Ну, здесь вот сразу понятно, что тут находится. Тут что-то рыболовное. Так, стоит эта штука 6 центов. 60 центов. Сейчас глянем. Что-то по-китайски написано еще. Фирменная упаковка. Первый раз только вижу. Нормышка или что здесь? Но было... Такой вот фирменный, видишь, что я такой? Итак, ух ты! Красотень! Смотри. Это. Вот такую. Одну вскроем, посмотрим. Это что? Это дядя Юрий, помните, заказывали? О! Здесь вот все так. Вот такая вот. А зачем вот? Рыбу ловить. Такая приманка силиконовая. На мой взгляд, довольно-таки красивая. Почему-то запах какой-то присутствует. Запах какой-то сладкий. Понюхай. Какой-то сладковатый запах. Да. Непонятно. Ты еще можешь понюхать? Ссылка на эту красоту дам в описании. Это не красота. Это вонючка. Написано, что это... Ну... Это приманка для рыбы, чтобы им очень нравится такой запах этой рыбы. Вот такая штуковина, ну, две. Разница, по-моему, только в цвете. Да, вес одинаковый. Эти данные. Вот здесь вот штрих-коды. Вон. Дальше. Тут такая нововесистая. 165 грамм почему-то написано. Стоит $1.5. Довольно дорогая посылка. Из последних я дорогого давно не заказывал. Ага. Почему-то влажная. Коробочка влажная. Можешь это попробовать? Духи. Сейчас. Не одеколон. Как-то он протек, что ли. Пахнет он. А можно я напшикаюсь? Сейчас. Пахнет он. Ну, еле-еле чем-то пахнет. Понюхай. Ну как? А дай я напшикаюсь не на нарку, подожди. А на подмышку. Спиртом? Ну да, какой-то вот неудачный. Пахнут они. А дай я на подмышку. Ссылку я дам на это чудо в описании. Хотя нет. Запах спирта ушел. И довольно приятный запах стал. Да я понял. Правда же? Где она? Ну вот здесь вот, на ладони прям. Запах стал довольно приятный. Здесь описание. Ссылку, это я, кажется, на Пандау покупал. Ссылку дам тоже в описании. Вот. Здесь что-то такое странное, заляпанное. Вот такое... Вряд ли буду заказывать. Первые там есть в распаковке. Туалетная вода была. Вот ту я, скорее всего, буду еще заказывать. А вот это я не знаю. Может... Не. Я еще не определился. На. Все. Вот такая у нас сегодня была маленькая распаковочка. Вот это я заказываю не себе. Меня просили. Кажется, это последние уже посылки. Приманкой. Мне кажется, уже все. Надо посмотреть на Алиэкспрессе. Уже поотмечать, что пришло, что нет. Распрощаться с рыболовными снастями. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте. Я на голову.